Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Нахожусь у автовокзала. Это здесь, кого интересует. Собрались путешествие в соседний город. Допустим, находку. Вот этот автобус. Находку. Кстати, я в Находке много раз была. Ой, очень понравился город, красивый. Так, дождь опять идет. Погода у нас меняется каждый день. То дождь, то душно. Вот. Красивый город, Находка, тоже портовый. Находится у моря. Из Владивостока можно доехать за часа три где-то. Я, правда, давно была, если не нарушать правила дорожного движения, знаки все соблюдать, то там получится и больше по времени. Часа, может, четыре, где-то так. Сейчас не знаю, как там с дорогой. Едут туда из Владивостока через город Артем. Вправо. Вот надо держать. А если влево, то это получается вы едете в сторону Хабаровска. Так, пойдем сейчас с вами посмотрим, как продвигается строительство набережной, что там новенького. Здесь мы уже несколько дней не были, поэтому мне очень интересно, что же там теперь. Кто канал смотрит, знаете, что очень много интересного в последнее время сняла. Даже в аэропорту побывала, дорогу вам показываю, как оттуда ехать во Владивосток. Интересно, когда к нам докатится, помните, парень из Санкт-Петербурга на самокат сел и едет к нам. Где-то в ноябре планирует доехать. Мне некогда, я не наблюдаю за его перемещением. Я понимаю, что он еще транслирует свои путешествия. Ты сюда должен во Владивосток в ноябре докатиться, иначе не скажешь. Посмотрим, как у него это получится. В Крым он уже ездил на самокате, а сейчас движется к нам. Не знаю, в пути, не в пути. Посмотрим. Такое слышала, а как это передвижение, я не знаю. Кто знает, можете написать. О, слушайте, тут вообще можно даже посидеть и посмотреть на природу. Чего только не увидишь. Из кустов диван притащили, или кресло что-то там стоит. Даже два. Красота. Переключиться, ну, думаю, не буду, просто сейчас дойдем, дорогу вы увидите, я быстро хожу, и вы вместе со мной научились, да, быстро ходить, передвигаться. Спрашивали там в комментариях, где живете, как так у вас получается много снимать. Я говорю, планирую, время свое правильно рассчитываю. У меня есть основное место работы, а это получается хобби. За это я ничего не получаю, только ваши лайки и восхищенные комментарии. И все. Так, приближаемся к набережной. Будем смотреть. Так, ну сейчас вот видела там, что транспортная безопасность везде.
И это неудивительно, особенно в этот период, так как ожидается у нас в начале сентября визит главы государства . Кто-то кому-то, видать, подарил. Так, ну, и мы запечатлим. Вот как же красиво. Розы обалденные. Вот так вот здесь все сейчас. Ух ты, какие молодцы. Представляете, как будто рисуют, все уже выросло. Так, это берег здоровья, пешеходная тропа. Помните, не так давно снимала. Так, а это что будет? Даже не понимаю, не остановка же. Вот бы доезжал сюда какой-нибудь транспорт, да? На берег здоровья мы приходили. Вот уже здесь как. Обалдеть, как быстро все построили. Молодцы. Так. Вот. Так, пешеходная тропа. Вот если вы по ней пойдете, то будете счастливы, здоровы, богаты. Шучу. А может, нет. Какая-то палатка даже будет что-то продавать. Ну вот правда, сейчас что уже, середина августа. Когда будут продавать? Это же лучше к лету. Ну вот, как-то не успели. Так что приходите. Заряд бодрости, получить здоровье и полюбоваться прекрасным пейзажем. Так, здесь так вот собаками гуляют и с мужчинами. Красота. Так, лежаки на месте. Правда, уже цвета другого, какого-то серого. Были под дерево. Правда, они и деревянные. О, нормально. Собаки плещутся. Вот видите, там Максим, вот этот торговый центр, который сгорел. Все, вот он стоял, несколько лет назад сгорел. Собираются его сносить. И, видимо, будут на том месте. Может, снова торговый центр. Ну, это мы с вами узнаем позже. Все сниму, покажу. Так, вчера я там тоже видео снимала о пароме, который из Владивостока в Южную Корею у нас идет с 9 августа. Немножко там у меня речь заторможенная. Я-то вообще говорю быстро. А знаете, спала всего часа два. Что-то как-то не получилось у меня даже поспать. Поэтому иногда я торможу. Вообще быстро говорю. Так, вот там вот сейчас еще посмотрим. Все, и вы будете в курсе всех событий. Так, лежачки. Никто не лежит. Дождь с утра. Я с зонтиком. И вон там у меня вот он, мой зонтик. Сейчас немножко приутих дождик. Вот как раз хорошо можно поснимать. То неохота под зонтиком идти. В основном его в руках приходится держать. Этот зонт. Свежо, хорошо. Так, эта тропа, видимо, туда будет. До самого конца. Потому что видите, что там делается. Вот она. Так, такие здесь дорожки. Такая здесь красота. Такая я красивая, не буду показывать себя сегодня. Вы и так знаете, как я выгляжу. Так, здесь трибуны. Смотрим на Амурский залив. Ой, какие молодцы. Так все быстро построили. Обалдеть. Хвала строителям за их труд. Так, все. Мы ждем Восточно-экономический форум, который состоится в начале сентября. Здесь будет все устроено так, чтобы прошел этот форум в безопасности, так как здесь будут
руководитель нашего государства.